Уважаемые товарищи, в середине прошлого года мы договорились, что оценим вместе работу экономики по итогам заседания Совета министров в формате конституционных полномочий президента, известно каких. Мы прожили с вами непростой 22-й год. Нас, как известно, пытались давить по всем направлениям. Под удар попали ключевые экспортные отрасли. 40% наших традиционных рынков сбыта. Транспортно-логистические коридоры, система банковских расчетов. Совершенно понятно, это не просто желание парализовать белорусскую экономику. Это планомерная попытка лишить обычных людей средств к существованию. Как итог, вызвать социальный взрыв, который поставил бы вопрос о том, останется ли в политической карте мира такое государство, как наше. Как и прежде, со всей ответственностью заявляю, останется и будет только крепче. Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как и не удавалось до сих пор. В такой непростой ситуации главной задачей для премьер-министра, правительства, всей вертикали власти было обеспечить эффективную работу экономики, стабильность социально-трудовой сферы и поддерживать уровень благосостояния населения. Все зиждется на экономике. Всякая безопасность, борьба с беспилотниками, бандитами, террористами – все в экономике. Будет экономика, все остальное мы решим. На протяжении года мы не раз проводили совещания, вырабатывали упреждающие и компенсирующие меры, оценивали их действенность, находили окна возможностей. Таким образом, получили колоссальный опыт развития даже в таких беспрецедентных условиях. Поэтому можно с уверенностью говорить, что экзамен на экономическую устойчивость мы в целом выдержали. В итогах прошлого года нам сегодня на беспристрастных конкретных цифрах объективную оценку даст руководитель Национального статистического комитета. Я же, исходя из представленных мне документов, остановлюсь на отдельных, наиболее критичных моментах, требующих особого внимания. По моему поручению, экспертные группы, которые координировали помощники президента в областях, в январе провели повторный мониторинг работы экономики в регионах. С первой проверки и конкретизации задач прошло примерно полгода. Достаточный срок, чтобы делать выводы. И я вижу, что ситуация по сравнению с летней улучшилась, пусть и не намного. Но при этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло. Пока одни руководители ищут и находят возможности эффективно работать, другие – заняли откровенно выжидательную позицию в надежде на лучшие времена. А третьи вообще решили, что их хата с краю и уповают исключительно на помощь государства. Я очень рад, что таких совсем немного. В августе перед правительством очередной раз ставилась задача восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания производств импортозамещающих, ориентированных на экспорт, работающих на местном сырье. Тем не менее, по докладам я вижу, что новых предприятий практически нет. А ведь инвестиции, в особенности в регионах, это развитие населенного пункта, рабочие места, достойные зарплаты, то, что касается каждого и дает ему уверенность в завтрашнем дне. Премьер-министр мне анонсировал, что будет директивно назначать объекты и ответственных, чтобы в каждом районе начать реализацию хотя бы одного такого инвестиционного проекта. Как я понимаю, целевой план вы уже утвердили. Сегодня я хотел бы услышать, как он с бумаги воплощается в жизнь. Какова ожидаемая, может быть, уже где-то и реальная эффективность от ваших проектов и идей. Через 2,5 года предстоит отчитываться перед народом за выполнение пятилетней программы. Если ее сорвать, ни одному простому труженику не нужны будут оправдания о непростых временах
и драконовских санкций. Как я часто говорю, ну, не война же идет на территории Беларуси. Поэтому для правительства увеличение количества рабочих мест, доходов населения должно стать ключевым маркером при реализации целей, поставленных на этот год. Да, в декабре мы вышли на рост реальной зарплаты и даже сохранили динамику в начале этого года. Но ведь это не заслуга качественных изменений в экономике. Это следствие корректировок ценовой политики. Плюс в статистику добавилась выплата традиционных корпоративных бонусов по итогам года. Надо думать, где брать резервы, чтобы рост зарплаты не остановился. Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Беспредела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми. При этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд – все должно быть в достатке, в приоритете от отечественного производителя. Поэтому первоочередная задача Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минсельхозпрода, Белгосппищепрома, местных органов власти – обеспечить бесперебойные поставки товаров, в том числе продовольственных, на внутренний рынок страны. Все, что мы не потребляем, пожалуйста, на экспорт. Там зарабатываете. Проводите работу с подчиненными организациями в части пересмотра и снижения затрат. Наведете здесь порядок, будете успешно работать даже в самом жестком регулировании, и люди нас поймут и будут довольны. Каждую минуту помните, все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения Беларуси должны быть выполнены безоговорочно. Это социальный контракт власти с народом. Приоритетными направлениями для нас были и остаются повышение зарплаты бюджетников и военных, поддержка семей с детьми и пенсионеров. Как, в общем-то, и было в 2022 году, когда на эти цели выделили 32 миллиарда рублей – или на 3 миллиарда больше, чем в предыдущем 2021 году. Как бы ни было трудно, на это деньги государство должно изыскать. Повышенное внимание строительной отрасли. Это касается и больших незавершенных объектов, в частности, брошенных международными банками, и, конечно же, строительство жилья, в том числе арендного, с помощью передачи в собственность отдельным категориям граждан при выполнении определенных условий. Министр архитектуры отвечает за каждый квадратный метр и объемы строительно-монтажных работ. Контролируйте. Отговорки, как мы пытались, но опять не смогли, больше не пройдут. Все обязательства государства по созданию инфраструктуры в регионах, данные на Всебелорусском народном собрании, заявленные в программе пятилетки, также должны быть выполнены неукоснительно. Ресурсы на это правительство необходимо изыскивать вместе с Национальным банком. За само строительство инфраструктуры отвечают обл. Исполкомы и Министерство стройархитектуры. Еще одна важнейшая задача для нашей открытой экономики – рост экспорта. Объективно нам пока не удалось полноценно компенсировать все потери. Как мне докладывают на рынке дружественных стран – переориентировано порядка 80%. Так что ситуация не драматична, но все, что не добрали в прошлом году, мы должны дополнить в этом, как и обещали. К настоящему времени значительно нарастили товарооборот с нашим главным стратегическим партнером – Россией. Увеличили поставки в физических объемах и имеем высокую маржинальность. Однако и здесь есть нерешенные проблемы – в частности, с прохождением продукции белорусской деревообработки по территории Российской Федерации. А ведь это наш
экспорт третьей страны. На площадке АЕС или по иным каналам, но вопросы логистики должны быть решены максимально оперативно и эффективно. Успешность экспортной стратегии напрямую зависит от налаженной транспортной работы. В 2023 году особое внимание следует уделить развитию перевозок через морские порты, продолжить работу по выстраиванию эффективных транспортно-логистических цепочек в восточном направлении. Нам нужны новые маршруты для расширения торговли. Необходимо дальнейшее обновление транспортной инфраструктуры. Совместно с российскими коллегами надо усилить работу по отмене разрешительной системы на все виды автоперевозок грузов и нерегулярных перевозок пассажиров. В течение 2023 года поручаю обеспечить доступ отечественных компаний к выполнению каботажных перевозок на территории России. Все, что нужно было от меня, сделано. Нужно несколько небольших шагов, и эта проблема будет решена. Среди государств дальние и другие главным стратегическим партнером, как известно, остается Китай. Китай для нас сегодня – это точка опоры во всем огромном азиатском регионе. Готовность к сотрудничеству китайцев колоссальная. По итогам недавнего визита в Пекин, как вы знаете, заключены около 40 контрактов более чем на 3,5 миллиарда долларов. Теперь надо не упустить время из-за бесконечных проработок и согласований. Читай волокиты. Мы должны не только нарастить товарный поток, но и взять технологии, создать у себя передовые производства. Нужно выжать максимум и восстановить активность китайских бизнесменов на нашей территории, увеличить в несколько раз китайские инвестиции. Интерес к Беларуси в Поднебесной огромный. Хочу отдельно обратиться к Министерству иностранных дел. Непрерывно доводите до делового сообщества в каждой стране пребывания дипмиссии позицию, что Беларусь – открытый, честный, миролюбивый партнер. Серьезные бизнесмены, в отличие от многих западных политиков, умны и прагматичны. Они готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и даже сейчас ищут возможности для восстановления старых бизнес-связей и создания новых. Надо неформально Министерству иностранных дел подходить к решению вопросов в данной ситуации. Где-то один ручеек, который вы восстановите или установится, выльется в итоге в огромную реку. Не стоит ограничиваться откровенно враждебными нам США и Европой, хотя и эти рынки сбрасывать ни в коем случае нельзя со счетов. Африка, Латинская Америка, Азия – наши торговые интересы, наш новый потенциал там. Вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, усиление взаимодействия со странами АСЕАН уже открыло Беларуси двери на наиболее быстро растущие и самые перспективные рынки сбыта. Да, и Евразийский экономический союз должен увеличивать свое значение как один из значимых центров регионального взаимодействия. Хотя разговоры о работе по устранению существующих барьеров ограничений, коллективном реагировании на западные санкции уже набили оскомину, но актуальности не теряют. Над каждой позицией надо работать, причем максимально оперативно. В 2022 году на рекордном для Беларуси уровне сложилось поступление валютной выручки на чистой основе. Его природа очевидна. Благоприятная экспортная конъюнктура – и что ожидаемо застопорившийся импорт оборудования и технологий. Такой дефицит и отложенный спрос может нам аукнуться в ближайшие годы повышением давления на валютный рынок. Поэтому мы просто обязаны обеспечить себя технологиями. Сложившаяся ситуация преподнесла нам мощный урок того, как нивелировать санкционное давление. Все наши лучшие белорусские умы, ученые, конструкторы должны трудиться уже не просто на импортозамещение, а на импортонезависимость страны. Академия наук, комитет по науке и технологиям, специалисты производств в онлайн-режиме отрабатывать должны каждое белое пятно. Разложите потребности реального сектора до последней гайки. Вовлекайте малый бизнес. Это реальный повод и стимул для укрепления
и масштабирование небольших производств. Везде замена импортного рационально должно создаваться и внедряться свое, белорусское. Но не методом слепого копирования, а с улучшенными характеристиками. Зависимость от западных технологий, комплектующих, нужно минимизировать в течение 2-3 лет. Плюс необходимо максимально ускорить реализацию импортозамещающих проектов с Россией. Это производства, которые просто критически нужны обеим странам, особенно микроэлектроника. Россия нуждается в этой продукции. Мне докладывают, что в течение последних месяцев поставки туда отечественной микроэлектроники выросли в несколько раз. Но останавливаться нельзя. Нам необходимо завоевать и удержать на будущее российский рынок, а в перспективе освоить и новые рынки. Нефтепереработка, калийная, табачные отрасли пострадали от санкций гораздо больше, чем другие. Цель – восстанавливать объемы производства и искать альтернативные рынки для этой востребованной в мире продукции остается актуальными в этом году. А в целом по промышленному сектору задачи такие. Все несанкционные отрасли должны добавить по 4-5% производства и выйти на максимальный уровень загрузки мощностей. Те отрасли, которые сработали хорошо, также не почивают на лаврах, а ищут возможности улучшить результат. Речь прежде всего о нашем сельском хозяйстве. Мы получили действительно рекордный урожай и рекордную экспортную выручку, но в основном за счет растениеводства. В текущем году подтягиваем животноводство. Надо выводить наш аграрный сектор на новый уровень. Условия благоприятные. Урожайность хорошая, обеспеченность кормами, пусть не на 100%, но повысили, хотя, как мне докладывают, половина районов страны пока не в состоянии остановить сокращение поголовья скота. Соберите все силы в кулак, наведите железную производственную дисциплину. Здесь все зависит только от дисциплины. Каждый год комитет госконтроля пишет и про проблему со стабилизационными фондами. Плохие условия хранения, низкое качество продукции, нет выборки. Я попрошу по окончанию вот этого зимнего периода до нового урожая доложить мне, как сработало правительство и губернаторы в этом плане. Спрос будет серьезный. Каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко. Конечно, не будет спроса и выборки, если к середине зимы все там завяло у вас и сгнило. Поэтому вопрос к губернаторам. Кто дает оценку условиям, в которых хранится продукция? Ну, может, у вас по-другому, дай бог, я буду только рад. Но это только одна сторона медали. Как в эту цепочку встроены торговые сети, мы об этом уже говорили. Мы напрягаем аграриев, чтобы обеспечить население качественными отечественными продуктами по приемлемым ценам, а у торговли даже нет обязательства реализовать то, что выращено на родной земле. Я обращаюсь к губернаторам, возьмите за данный вопрос со всей серьезностью. Аграрный комплекс в целом необходимо выводить на новый уровень. Резервы у нас есть. Нужно активнее проводить мелиорацию и по полной вовлекать в сельхозоборот эти земли, поддерживать их в надлежащем состоянии. Как никогда приняты объемы мелиоративных работ и профинансированы. Осенью республиканский семинар провели. Все там разложили по полочкам, бери и делай. И не дай бог эти угодья у кого-то опять превратятся в болото или зарастут. Председатели исполкомов ответят лично. Впереди посевная, провести ее надо просто безукоризненно, на самом высоком уровне. Продовольствие сейчас – это золотая жила, цены сумасшедшие, таких никогда не было и, возможно, не будет. Поэтому уже сегодня думайте, где мы будем хранить нашу продукцию, если надо ее хранить до весны следующего года. Дальше. Необходимо снижать убыточность государственного сектора. Есть прибыль, значит, предприятие работает нормально. Поэтому рентабельность и рост прибыли должны стать главными критериями для оценки эффективности работы руководителя любого уровня. Особое внимание надо уделять дисциплине расчетов. Я уже не раз подчеркивал, не будет порядка с долгами, не будет нормального функционирования экономики. А воз и ныне там.
Причем самые большие проблемы как раз у аграрного сектора, которому государство оказывает колоссальную поддержку. Считаю, что скорость принятия экономических решений важна в любой отрасли экономики. Как показал мониторинг по регионам, предприятиям жизненно необходима возможность самим принимать решения. Зарегламентированные условия, в которых они сегодня работают, тормозят весь процесс. А мы, если хотим развиваться и дальше, должны работать в условиях экономической мобилизации. Поэтому максимально упростите все процедуры от закупок до выдачи сертификатов готовой продукции. Надо администрации президента проработать и до 1 мая внести предложение по раскрепощению регионов и предприятий. Пусть губернаторы, максимум губернаторы, принимают все решения. Не надо тащить их наверх на президента. Согласно результатам мониторинга, предприятия, особенно в регионах, критикуют и работу банковской системы. Основных претензий две. Недостаточная помощь банков в поисках маршрута платежей. Жалуются даже на хромающую консультационную поддержку. Второе. Затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате. Я предупреждаю вас, Павел Владимирович, у нас как будто банковская система – это государство в государстве. Я в который раз об этом говорю. Этого быть не должно. Поэтому поставлена задача предельно простая и ясная – создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей. Где это рационально, внимательно надо пересмотреть процедуру финансирования. Предприятия не могут ждать неделями и месяцами, пока их заявку одобрят или завернут. Банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения спроса на кредиты. Каждый наш шаг сегодня должен быть выверен и просчитан. Все должны видеть перспективу и действовать стратегически. Тогда наступивший 23-й год станет еще одним шагом нашего развития. Что-то упустим сейчас, потом будет трудно наверстать. Невозможно. Такие выводы напрашиваются, если в сокращенной форме обобщить представленные мне материалы. Ну и чтобы не забыл, мы уже к этому вопросу обращались. Обращались не один раз. Надо экономить деньги. Понимаете, вот я не первый год работаю, и у меня уже в этом плане интуиция и чутье. Да, как вот тут санкции прокричали, и все это объективно, все сложно. А сейчас успокоились. Все хорошо. Нехорошо. Самое страшное – это вот успокоились. Нельзя успокаиваться. Я вас просил, вы мне дайте экономику. Правительство, губернаторы, председатели, вся вертикаль власти, дайте экономику. Все остальные вопросы мы решим. Поэтому мобилизовывайте все, продолжайте то, что мы делали в середине или в начале там прошлого года, когда нас оглушили этими санкциями. Знаем, куда идти. Но надо шлифовать. Справимся с этой обстановкой. Вторая тема, которую вот я еще раз хочу обострить. В Министерстве социальной это защиты населения, университет или институт повышения квалификации. Если мы хотим повысить какую-то квалификацию, ну давайте на базе действующих университетов это делать. Зачем отдельно создавать структуры и их финансировать? Очнитесь, наконец, и посмотрите, куда вы тратите деньги.